Здравствуйте, дорогие зрители! В марте и апреле этого года должны были состояться концерты моих учеников в Таллине, Екатеринбурге, Верхней и Нижней Салде, Снежинске, Москве, где нас очень любят, знают и ждут. Концерты, как и у всех, не состоялись. Мои ученики и я решили порадовать вас, дорогие слушатели, и предложить вашему вниманию записи, сделанные в домашних условиях и собранные в один концерт. Желаем всем доброго здоровья! Thank you.
Thank you.
Thank you.